Подозреваемого в поджоге служебных автомобилей задержали полицейские Жамбылской области. Им оказался 23-летний житель Жуалынского района области. Выяснилось, что злоумышленник орудовал в ночь на 5 января во время массовых беспорядков на пересечении улиц Казыбекби и Айтиева и возле здания областного акимата. Предполагается, что обвиняемый повредил 11 служебных машин. 7 из них были сожжены. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан один из подозреваемых – 23-летний ранее судимый житель Жуалынского района. По данному факту начато досудебное расследование по статьям 202 – умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества и 272 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Массовые беспорядки».